Приветствую вас, Ирина. Ну, во-первых, я хочу сказать, что есть некоторое противоречие в том, что с одной стороны вы говорите, что вроде как вы спокойны, с другой стороны вы видите, что ранимы. Ну, как бы, вещи, на мой взгляд, несовместимы. Потому что, извините, но если человек спокойный, то находится в равновесии. А если человек ранимый, то он не находится в равновесии, напротив, его довольно легко задеть. Вот, соответственно, ни о каком спокойствии, в принципе, речь не идет вообще. Вот. Это то, что касается того, как вы себя позиционируете. То, что конфликты с сестрой доводит вас до слез, это, конечно, неприятно, вне всякого вообще сомнения, это очень неприятно, но, на мой взгляд, здесь нужно посмотреть, чем именно конфликты именно с сестрой доводят вас до слез. То есть вы-то сами из-за чего плачете? Что именно доводит вас до тех же слез? Дальше идем. А ваша сестра, очевидно, что проецирует, переносит на вас вот, собственно, то, чего она не умеет, не может, и где она чувствует себя неполноценный, с одной стороны. С другой стороны, ее поведение выглядит как защита, постоянная защита от, ну, чего-то, от какой-то угрозы себе, например. И это тоже достаточно важная часть истории, это тоже достаточно важный элемент, что ваша сестра, по большому счету, постоянно защищается. Грубость — это тоже защита. Но вы же не думаете, в конце концов, что единственная ее цель, например, это садить и ранить вас. Нет. Человек никогда не будет действовать из злых побуждений, потому что злых побуждений не существует. Человек всегда думает, что он поступает хорошо. Вопрос заключается только в том, хорошо он поступает для кого. Поэтому, если вы так думаете, что сестра хочет вас задеть, унизить, то, на мой взгляд, ну, вы очень уверенный в себе человек. И, как
как бы у вас не сформированы представления о себе. Также есть проблемы с личными границами, потому что для меня несколько странно, что вы, будучи замужем, в общем-то, не отделены от сестры и своей мамы. То есть такое ощущение, что, будучи замужем, вы живете вместе с своей мамой и своей сестрой. Вот, то есть живете, по сути, на две семьи. Вот. Ну, это несколько усложняет историю, потому что, извините, вам нужно уделять время и, ну, вам нужно уделять внимание, да, собственно, своей семье. Вот. Такая вот история. Поэтому обратите внимание на то, что вы не задаете свой вопрос. То есть, что делать? Вы хотите, чтобы что? С одной стороны. И с другой стороны, ну вот, нужно разобраться с вашей чувствительностью и ранимостью, как вы говорите. Потому что это серьезная проблема. Вам это мешает. Да, мешает. Вот, ну, возможно, вы пытаетесь завоевать расположение вашей сестры. Пытайтесь ей угодить, не только ей угодить, вот, и, на мой взгляд, вы чересчур вот привязаны, опять же, к своим близким. То есть, любить близких – это, безусловно, прекрасно, это супер, вот, но любить близких – это одно, а быть привязанным к ним – это совсем другое, поэтому личные границы – самооценка. Это в первую очередь. А дальше анализ ваших отношений с сестрой и, собственно, да, изменение формы поведения, потому что конфликты и недопонимание в том числе зависят от вас. И конфликты и недопонимания происходят в том числе и из-за ваших определенных ожиданий. То есть у вас есть определенные ожидания по отношению к своей сестре, которые она не оправдывает и из-за которых вы фрустрируете. Ну а ваши ожидания – это ваши желания, за которые вы не готовы нести сейчас ответственность, которые вы не готовы признать, которые вы не готовы самостоятельно реализовывать. Вот. Знаете, какая штука. Поэтому здесь, ну здесь вот сложность возникает, вне всякого сомнения, здесь возникает вот сложность, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Удачи вам!